Привет и добро пожаловать на канал Армгеймер, с вами я Арман, и сегодня мы продолжаем играть в Clash of Clans. И, ребят, я решил вам показывать сегодня 4 фарм-атаки, которые я делал. Все эти атаки я делал топ-миксом, я фармил в последнее время топ-миксом, но, ребят, есть минус, конечно же, в этой армии. Это его цена стоит где-то около 200 тысяч эликсира. Без зелек я всегда стараюсь не использовать зельки при атаке. Вот. И как бы практически всегда иду на плюс на эликсир. Вот. Но если вам конкретно нужно накопить эликсир, то не рекомендую брать такой комплект войск. А вот, что тут у меня, ребят, нового? Я вот качаю все арбалеты сразу, вот два я качаю на фуловый левел, а третий качаю на второй левел. Всего лишь, конечно, это очень плохо, но ничего. Так, еще качаю военный лагерь, это вы уже видели, и пушку до 10 левела. А в лаборатории сегодня поставил на прокачку стенобоя. Вот. Ладно, давайте перейдем к нашим фарм-атакам. Давайте начнем с последней атаки. Вот, сколько у меня тут ресурсов. Ну, 264 тысячи эликсира и 238 тысяч золота. Вот. Ребят, все тут делается по стандарту, так что вот ничего такого объяснять не хочу вам, что типа это делается так, просто можно смотреть эти атаки и наслаждаться. Вот, я тут все-таки использовал одну зельку хила, чтобы вот пилить своих магов, они быстренько очень вздыхают, и таким образом я смог немножечко их пилить. Вот, и это мне дал ха, и маги остались в живых. Не помню, конечно, в конце они умерли или нет, но в то время, когда они мне нужны были, то они были в живых. Вот, остались в живых, точнее. Вот, пека, конечно, 5-го левела мне появился, когда вчера или позавчера. Нет, вчера все-таки появился. Вот, об этом вам не сказал, кажется, но сейчас говорю. Вот, но вообще отличается от 4-го. Вообще очень-очень сильно. Вот. Так, вторая атака сделана утром. И там немножечко смешная ситуация получилась. Это атаковал я в автобусе, как бы ехал в школу, точнее в институт, и там по дороге решил зайти в клэш, почему бы и нет. В общем, у меня на одном телефоне был 3G, а на втором телефоне не было 3G. Вот, и в том телефоне, где был 3G, у меня находился мульт, вот, и я, мне как бы был лень там нажимать отключить, подключить, подтверждаю, вот, и я поэтому решил раздавать Wi-Fi из этого телефона и зайти с другого телефона на мой основной аккаунт. А вот, я сделал так, нашел этого противника по атаке, и вдруг почему-то интернет пропал. Вот, и хорошо, что юниты смогли сделать все хорошо, все нормально, и в итоге мне получился взять все ресурсы. Вот, конечно, способности героев своих не использовал я. Но без этого тоже вот, получился 3 звезды. Конечно, если у вас 1 ТХ выше, чем ваш противник, у вас 1 ТХ, 1 ТХ выше, чем у вашего противника, то вы с легкостью можете ломать его на 100%. Конечно, если вот будете взять подходящую армию. Вот, я всегда думал, когда находился на 9 ТХ. Ну, допустим, я на 9 ТХ сейчас. Вот, я ломаю 8 ТХ с легкостью. Если я стану 10 ТХ, то смогу ли я ломать 9 ТХ с такой же легкостью, когда вот я как вот сейчас я ломаю 8 ТХ. Оказалось, что да, это получается так, что если ты выше на 1 ТХ, то у тебя с легкостью получается фармить или ломать базы на 1 ТХ ниже, чем у тебя. Потому что у тебя и более вкачанное войско получается, и в этом случае более, точнее, больше
войск получается, да, на сколько, на 20 мест. Вот. И одна зелька получается больше, то есть 5 зелек это довольно-таки много. Но тут зельки вот использованы всего 2, это хил и дредж, и то могли, можно было и беречь и не использовать. И, кстати, ребята, я всегда стараюсь беречь юниты, которые находятся на моем кланкасле, потому что просто вот, смотрите, сколько юнитов еще выжило. Вот 2 пеки, вот големы, король с полными хпшками неспособности. Вот, и поэтому я хочу, ну, если было одна пека, то ничего от этого не было, думаю. Вот, почему вот от соклановцев лишний донат просить, вот, им тоже это надо. Так что я не хочу вот лишний раз побеспокоить своих соклановцев, взять от них пеку, голем или там магов. Вот. Так, эту атаку я делал где-то час назад. Опять заброшенка, рашерская заброшенка. Ну, такие базы заброшенкой назвать не хочу. Почему? Потому что, возможно, игрок не зашел где-то 2-3 дня, у него просто времени не было. И если не заходишь 2-3 дня, это не значит, что ты забросил игру и у тебя заброшенная база. Нет, ну, конечно, можно сказать, что данный товарищ не зашел вот где-то 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, но это точно информации не будет. Ну, вот, и не хочу сказать их вот заброшенками. Конечно, в этом ничего плохого нет, как бы, но все же, ну вот, рашером можно называть, почему бы и нет, потому что вот уровень прокачки очень-очень плохая. Вот забор 7 левела, на 10 ТХ, ребят, это просто перебор, такого допустить вообще нельзя. Еще вот башня колдунов, ПВОшечки, ох, вообще фигура прокачка. Вот, тут опять не удалось сохранить как в первом атаке пеку из кланкастла и несколько магов с лучницами. Вот. И на этот раз я справился без каких-либо зелий, и у меня вот, если обратили внимание, лежали всего лишь 4 банки зелик, вот, из основной фабрики заклинаний, вот они из Дарка. Почему? Потому что у меня вообще эликсир стоял на нуле после вот прокачки бомберов, и мне, я не смог вот просто поставить пятую банку, и поэтому пошел в атаку 4 банками. Вот. И, ребят, последняя атака у нас на сегодня, это топ фарм, можно сказать, 757 тысяч золота и 649 тысяч эликсира, если еще там 6 тысяч черного эликсира, мне пока что мне так не нужно, конечно, для королевы не нужно, но пока что мне свободных строителей нет, чтобы качать королеву, так что это я не считаю. Хотя почему не считаю? Нет, считаю, 6 тысяч черного эликсира, это очень много, думаю, кстати. Вот, я тут не думал, что смогу ломать на 3 звезды, поэтому решил вот сначала магами-лотами разрушать вот эту хранилище, точнее шахту и вот этот сборщик эликсира. Конечно, мне пришлось где-то около 6 магов слить на этих шахт, но все же потом я передумал и, точнее, не передумал, потом сделал все как должен был делать, и в итоге у меня 3 звезды получился. Вот как видите, тут у нас фуловая 10 ТХ, но без инферно и без арбалета в одни вот как бы не задержаны, и это мне помогло очень-очень сильно набить 3 звезды, взять все что мне надо. Вот, кстати, я тут использовал все свои зелья, когда вот видишь такой фарм, у тебя просто руки дрожат, и быстро хочу все это дело взять, и ты не обращаешь внимания, что кидаешь, когда ты кидаешь. Вот, но тут мне повезло, что я все довольно-таки неплохо кинул, прям, конечно, там начали хилы, раньше немножечко я раньше кинул, но
Все же еще тут фриз можно было вообще не кидать. Зачем кинуть фриз на башню лучницы? Но все же мне как бы не жалко, как уже сказал. Вот 700, сколько там, 650 или 700 тысяч эликсира, все это окупается, и я ухожу всегда в плюс. Вот. Тут, конечно, Тесла в последнюю секунду жарила моих пек. Вот, в итоге одна пек умерла, но тут у меня еще с полными хипышками королева осталась, еще способностями. Вот до Теслы не смогла добить вторую пеку, и в итоге 3 звезды пека выжила. И довольно-таки много магов с пеками выжили тоже. Вот. Вот такие, в принципе, ребят, у нас атаки были. Думаю, вам понравились атаки. Не забываем ставить лайки, чтобы было больше фарма атак, чтобы вы посмотрели, вот как, в каком деньги фармится. Кстати, я вот так двигаюсь по лигам, и вы, у вас появляется возможность видеть, в каком лиге какой фарм. А вот, еще если хотите, то с мульта тоже запишу такой ролик. Мульт там 8-х фуловый, там заборчик я качаю. Вот если хотите, то пишите в комментариях, я попробую там по лигам бродить и смотреть, в каком лиге какой фарм. Так что пишем, ребята, пишем быстренько. Вот, и не забываем про лайки, где-то давайте 70, 80 или 90 лайков соберем для следующего летсплея. Вот, ну и все, думаю, если не подписаны, то подписывайтесь обязательно на канал. Ладно, ребят, на этом заканчиваем. С вами был, как всегда, я, Арман. Всем удачи, всем пока.